Всем добрый вечер. Хочу показать куколку, которую я слепила по видеомастер-классу Николая Павлова. Так, сам мастер-класс был в прямом эфире 21 марта. Это был 4-часовой мастер-класс, и я успела слепить только половину куколки. Вот, и на следующий день я ее доделала. Это первая моя кукла такого размера. Звала я ее Алиса. Мне очень ручки нравятся, как получились. Она может сама стоять. Головка у нее не поворотная, просто обычная. Глазки пластиковые, рыбки, и по совету Николая я их запекала в такой юрте из фольги, чтобы они не лопнули и не потекли. Реснички по верхнему веку, по нижнему нарисованные. Губки мне тоже очень нравятся, как получились. Волосики овечка. Мишка у меня давно свален, он пригодился. Вот, и захотела я сделать ее босичком. А мастер-класс был по феям. И я давно ждала, когда будет видеомастер-класс, потому что обычно спикеры делают скидки на свои платные мастер-классы. И я купила видеомастер-класс по райским пташкам и по пушистикам. Пушистиков я буду шить попозже. Вот, а райским пташкам я уже посмотрела парочку видеоуроков. Там где-то каждые полтора часа. Вот что у меня пока получилось. Я слепила заготовочки. Вот носик мне не очень нравится. Я, наверное, переделаю. Ушек еще нету. Головка будет поворотная. Затылочка тоже нету. Так, шейка еще очень тонкая. Потолще сделаю. Но это просто заготовка. И плечевой пояс вот я сделала. Тоже будут тут. Сделаю косточки. И наращу объем. И также вот ножик. Заготовки ножек. Еще будут стопы. И коленочки. Лепила я в этот раз из Fimo Doll Art. Это розовый полупрозрачный. В лепке мне он понравился. Как он себя ведет. Он мне лучше, чем Fimo Pupin. Fimo Pupin очень такой ворс притягивает. Ну, вот я лепила из светлого полупрозрачного, а вот из розового почему-то немножко вот чешуйки есть. Правда, не видно при светлом освещении. Ну, что-то как-то это меня разочаровало немножко. И я не вижу особого разницы в цвете. Правда, это искусственный свет, но я не вижу особой разницы. Правда, тонировочка еще, но мне кажется, вот на мой взгляд, разницы в цвете нет. Это Living Doll кукольный светлый, а это вот... Может быть, конечно, он старый, надо посмотреть на упаковку. Вот тут мне понравилось, что тут две чешуйки вот почему-то на лбу, хотя я все хорошо выглаживала, все хорошо примазывала, и воздух я как бы выпускала, не знаю. Такого у меня проблем не было с более светлым. Что еще могу сказать, что видео мастер-класса мне нравится. Это был мастер-класс Анастасии Астафьевой. И скажу, что они достаточно хорошие бывают. И, ну, я смотрю только по лепке. И в основном по лепке каких-то игрушек, кукол, украшений я не леплю, только если что-то такое, какие-то броши. Ну, например, я лепила дверку Хоббита Бильбо или Белого Кролика. В общем, и... Что я могу сказать, что, конечно, живые классы лучше, потому что мастер может подойти и поправить тебя, и показать в реале, как лучше там держать, например, инструмент, как лучше выглаживать. Видео мастер-классе это, конечно, ну, не передать. Это надо иметь свой какой-то опыт в лепке, вот, например, чтобы что-то получилось. Ладно. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Буду продолжать делать свою райскую пташку. Носик я хочу переделать. В принципе, она достаточно симпатичная такая вот получается. Но что-то мне кажется, носик у нее коротковатый. Наверное, я все-таки его переделаю.
Хотя я вот так долго делала, 2 вечера. С этим носиком возилась. Ну, что делать? Всем спасибо за внимание и до новых встреч!